Уважаемые, всех рад вновь приветствовать на этом канале. Саша Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехало очередное коротенькое видео, в котором я всех вас приглашаю на коротенький репортаж с одного из объектов. Здесь рекладинг, то есть нужно снять какие-то старые материалы, что-то там заменить, подкорректировать и поставить их назад. Где-то в каких-то случаях нужно сделать просто патчи, да? То есть там доставить какие-то материалы и закрыть там определенные места в стене. Сейчас в этом коротеньком репортаже понаблюдаем, что конкретно мне нужно делать на этой работе. Покажу, какие материалы, какие инструменты, все используем. Ну и так посмотрим немного. Наблюдаем за видео и ни в коем разе не переключаемся. Так, ребята, значит, такая вот работа. Нужно вокруг всего здания. В таких вот местах, то есть разбираем старое место, и там, где вот есть такие вот отверстия, нужно поставить, то есть дополнительную изоляцию, поставить новые кусочки цемент-борта. Итак, ребята, для данной работы будем использовать стандартное оборудование: импакт-дрель, хаммер-дрель, грандер, то есть все эти мелочи, которые вы видите здесь, мастиган, и также вот эта красная штуковина, будем резать им цемент-борты. Так, первое, что мы сейчас сделаем, я пойду нарежу вату и потом пойду отрежу кусок цемент-борта. Буду пошагово вам показывать, что тут как делается. Ну, тут, в принципе, ничего сложного нет. Это обычный как бы патч. Он примерно такой же, как и на пластиборде, да, если кто-то с пластибордом работает. Так, ну что, ребята, поставил я уже изоляцию. Видим, так вот срезал чуть-чуть больше, чтобы она там стала, да. То есть ее ни на что не фиксируем в данный момент. То есть чуть-чуть больше размер делаем, и она там уже зафиксируется, да, само по себе. Сейчас пойду отрежу цемент-борт. Немного меньше буду резать, так как еще нужно оставить место для мастика. Так, отрезал, в общем, цемент-борт. Там из тех кусков, которые были доступны, да, для работы. Сейчас размеряю, где тут нужно ставить фиксинги. Ну вот, ребят, такая работа в определенных местах. По всему зданию надо вот зашивать такие куски стены. Пока временно такая работа, не знаю, как долго здесь, если что, дальше куда-то поедем. Так, ну что, в общем, ребята, работа вам ясна и понятна. Занимайтесь, в общем, а я пока посплю. Всем спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.